о защите образовательных доменов от рекламы красноречиво говорят три картинки. Первая – публичный аккаунт Gmail. Колонка справа при открытом письме забита рекламой. Сверху реклама, снизу реклама. И два домена образовательных. Школьный домен, где справа приведен поиск людей для того, чтобы с ними связаться хэнгаута. Сверху, снизу реклама отсутствует. Образовательный домен Нижегородского политеха. Отсутствие рекламы. Справа. И никакой рекламы. Ни сверху, ни снизу. Нет. Здесь у нас логотип Нижегородского политеха, который работает в этом месяце. Здесь логотип школы, который будет на конкурсной основе обновляться ежемесячно.